На встрече выездной администрации с жителями многодетная мама Елена Михеева обратилась за помощью по устройству детей в спортивной секции. Девочки-двойняшки из семьи хотят заниматься спортивной гимнастикой. Результаты встречи оправдали свои ожидания. У Елены Михеевой пятеро детей. Двойняшки Софья и Тамара мечтают стать профессиональными гимнастками. На встрече выездной администрации с жителями ее просьбу приняли в работу. И уже 1 ноября девочки отправились на свое первое занятие. В общем, мы очень попросили нам в этом посодействовать. И вот сегодня ура! Вот две звездочки будут заниматься. Сегодня первое пробное занятие. Для Софьи и Тамары гимнастика – давняя мечта. Не пропускают ни одной спортивной программы по телевизору. Несмотря на юный возраст, всего 7 лет, они пытаются даже в домашних условиях повторять за профессионалами. Я просто мечтала стать гимнасткой. Я даже дома занималась гимнастикой. А еще моя сестра умеет колесо делать. И чуть-чуть умеет на шпагат садиться. Девочек пригласили на занятия в гимнастический клуб «Динамо» имени Михаила Воронина в поселке Томилино. Там занимаются более 200 детей в возрасте от 3 лет. Руководство клуба всегда готово помогать многодетным семьям. Они не первые, но одни из тех, которые действительно многодетные. Там, я помню, 5 детей. Вот. Две девочки, которые к нам хотели с удовольствием заниматься. Мы всегда идем на встречу, даем скидки. У нас есть льготная программа многодетных. У нас достаточно много таких. После знакомства с тренером Софья и Тамара отправились на занятия и стали на шаг ближе к мечте. Посещать тренировки планируют 2 раза в неделю. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.